Скажите, что сегодня происходит вообще? Хоть Титань скажи что-нибудь. Снимаешь совершенно эпохальные события. Прошел каникулы. Снимать нужно события эпохальные. Интересно, что снимаешь вообще? Экзамен. Экзамен. Будущее вообще. Все. Это неинтересно. Тогда я... Этого собора. Уж запомните ее на всю жизнь. Так. Ну, сдаете, конечно, сравнительно легко, потому что вопросы легкие со всеми. А вот вторая. Так, все? До свидания. Следующий. И еще желательно вашу зачет. Оставайтесь мне. Где? Вот это, да? Так, 11. Что у нас? Петровский знаменитый гравюр сделал с очень популярным жанром искусства. Более по многому связано с тем, что кто-то первый был поклонником гравюра, даже сам ей занимался, получил профессию гравюра, там, когда-то выписал из Голландии мастеров, специально от Ивана Шамилека, который работал с 1905 год. И Оружейная палата, это такое, в общем, заведение, оно еще про Алексея Михайловича, там, 17, да, как бы... А где у него перспективы? Вот у него, как птичьего полета, вот есть на 8 лесах, вы сказали. И что там перспективы есть? У Махаева она появится. Маленько. Нет, ну еще, я хочу одну особенность отметить, что он дает еще, как бы, несколько вид сверху своих гравюрах, то есть, как бы, обширнее все там. Вот как летит птица, вот у него на 8 панорамы, у него все эти строения, они все одинаковые. Как вот птица летит, и для нее как бы вот перспективы нет. А вот Махаевская, если здесь Махаев есть, мы видим, естественно, перспектива, тут ничего не скажу, ходит в глубь пространства. А у Зубова этого нет, это уж вот сочиняется. Нет, они то, что перспектива, вот вся линия. Нет, же, оно на нее правильно, потому что они... Это, кстати, он изображает крупные. Там Петр Первый изображен в виде мальчика такого. Ну а кем же он ребенком? Конечно, да. Мальчик. Ну, когда Петр начал приглашать иностранных мастеров, ну, каналы, мальчик, кровать. Как бы было, если бы девочки. Зель там. Ну вот они писали тоже Петра Первого. Вот и весь портрет. Данавра Петра Первого на фоне, значит, сражений. Полный рост, Петр дан в виде полководца. Там сзади там идет бой. Ну, это вот один из образов Петра, созданных иностранных художников. Никитин изображал Петра также на фоне сражений. Болевой, жесткий. Еще известен, значит, Никитинский портрет на смерти Андреев. Когда Петр Первый умер, пригласили писать портрет. Известно, что Никитин писал этот портрет очень быстро, но ему не понравился, и придя домой, он его соскребал, написал, значит, ноты по памяти уже. Вы имеете в виду на смерть Мадрид? Да. Кстати, какая композиция у вас? Среди мастеров того времени самый крупный это, пожалуй, Гордеев, Козловский и Шубин. Нет, ну а что вы пустите? Все-таки Гордеев, Козловский, это уже классицизм и уже изначально. Давайте вот Шубин. Что это? Хотя те тоже захватили Козловский. Да ну уж, конечно, Сарафиум. Сарафиум девочка, где ей 7-8 лет, а тут, извините, взрослая дамочка, замужняя. Кто там? Ферма-то, ребенок. Это Лобанова Ростовская, Ярбунов. Хотя, конечно, если сравнивать с старой фермой или фермой, здесь тоже мы видим некое такое декоративное чрезвычайное шоу. Нет, здесь не входит. Лицо достаточно
характерные, достаточно реалистичные. Хотя тоже, опять же, все художники того времени, они еще не избавились от каких-то вот черты повсунности, развернутости. Ну, это все как бы характерно для тех художников. Чуть позже уже стали появляться работы более уже, даже совсем, по-моему, отошедшие от повсунности. Ну, это хотя бы даже ученика Антропова, Левицкого, он был в учениках, там уже. Итак, да, они познакомились, когда он рассказывался. Скажите, сколько вариантов существует вот этой подводки? Ну, что сразу прям, сразу? А единый в несколько ярусов даже массив. Напоминающие европейские колокольни или ракушные башни. Ну, высота шпиля примерно равна 40 метрам. Вот, ангел в 1718 году были сделаны каменными. И в честь победы России в Северной войне. Еще известный вот летний дворец Петра Первого в летнем саду. Это среди ранних жилых построек. Мы видим тоже и подписи, и по кушаку, по одежде. Это такая плоскость развернутой лекции. Такая еще условность. Билеты все сюда сложите. Иностранцы. На поле сражения Полтавский бюст. Он там изображен как парадный портрет на фоне как раз Полтавской битвы в доспехах. Несколько колонн и такой западный. Скажите, вот по аналогу блестящий вычитался, который передавал, можно сказать, такие конкретные черты, портретные черты, уж очень похожесть привлекала, так сказать, его творчество. И вот сравните портрет Головкина Никитина. Как вы думаете, вот чем отличается тоже блестящий, чем отличается Танаур, например, и творчество Новикова? Ну, для сравнения, вот Танаур. Танаур, он был все-таки такой, как бы, несколько увлекался как внешними чертами. Совершенно верно, более поверхностно. Вот, а естественно, Никитин, вообще, это черта русских художников, они всегда психологи. Вот, совершенно, но не столько здесь мы видим характер. Правильно, молодец. Мы переходим в стадию более интимную. Что еще раз? Рококо. Конечно, можно сказать, черты рокальные были внесены Караваком, потом Муратари тоже. Парадные портреты. Там, кроме... Гзей. Ронца. Ну, он тоже немножко портретный. Вот, тоже такие, приблизительно все похожие черты. То есть, опять же, такая внешняя, как бы, увлеченность, похожесть, там, детальные какие-то. Танаура Караваки, где в основном писал Александр Натурали, связан с кунсткамерой. Все-таки, если вот вы вспомнили, но по теме вы рассказали, сейчас я вам. Где не писал практически портрет. У него в основном Натурали и отдельно у него есть еще великан Буржуа. Великан, да, так и называется Буржуа. И он особенно и был он приглашен для того, чтобы писать и рисовать натуральные кунсткамеры. Потому что как раз возили всех эти необычные вот такие были экспонаты. Это Махеев. Махеев это был, это работал в 50-х годах, в 60-х. Это был известный гравер. Это кто? Матвеев. Ну, их всего два. Матвеев и Никитин. Я имею в виду вот этих пенсионеров. Что характерно вот для этого портрета? Ну, Гумбалец необычен тем, что, как бы, во-первых, тут два человека изображены. Он, это является интимный портрет. Хотя он не завершен, но тем не менее, живописная манера какая. Ну что, выписанность такая потрясающая. Некая такая крупный свобода, план. Да? Свобода, да.
Так, за то, что вы мне буржуа, то есть это буржуа говорю, не назвали зелье, и, конечно, снижая цену. Я же вам говорила о том, что вам давала Каравак, Тонал и это зелье. Оценочка. Так, пожалуйста. Это вам попали на сыночку. Как-то... А, наверное.